черт! Отходим! Мы отрезаны! Отставить! Держать позицию! Вам нужна помощь? Мы прибыли, как только смогли. Ну, генерал, отдохнули, и хватит. Ах ты ловкий сукин сын. Ты последний, кого я ожидал здесь увидеть. Простите, что прерываю, но местные все никак не успокоятся. Спасибо, что спасли. Но надеюсь, вы тут не одни. Генерал, у меня всегда найдется туз в рукаве. Может, ты и чертов пират, Рейнер. Но сегодня ты спас моих ребят. Я этого не забуду. Это было не так уж и сложно. Пафос это... Ладно, давайте посмотрим, что там Тайкс. Вообще, вот красивый вид. Мне очень понравилось, на самом деле, когда я в первый раз вот это увидел. Очень круто смотрится, что, ну, типа, все еще на чаре, воюем ровно на том же самом месте. Это очень классно. Да, всем еще раз привет большой. Надеюсь, прошлый ролик вас не сильно огорчил. Очень прошу прощения за него. Не хотел, чтобы он получился с плохим звуком. Ну, те, кто смотрит его с хорошим, флаг вам в руки. Это вам очень повезло, короче говоря. Перед всеми остальными прошу прощения. И также прошу прощения за то, что долго не выпускал. Было очень много проблем с тем, что я работал. Я не мог ничего сделать, к сожалению. Вообще ничего не мог сделать. Поэтому, ну, давайте посмотрим. Вдруг у меня получится в этот раз получше. Оружие к бою, Джимми! Этих уродов тут целая туча! Это величайшее сафари в галактике. Не хочу обламывать тебя, Тайкус, но нам пора двигать в район главного улья. Не лучший план, старик. Они прут из воздуха, из-под земли. При таком раскладе мы никуда не двинем. Умеешь поддержать, Тайкус. Это да. Никогда не думал, что вернусь в это пекло. Как ты хотел? Чтобы просто так и все, да? Так не бывает. Как самочувствие, генерал? Чертов яд! Велел медикам ампутировать руку, чтобы скорее вернуться на фронт. Только вот никак не приду в форму. Решил передать командование тебе. Я все понимаю. Трудно вам. Трудно? Эх, сынок. Это все цветочки по сравнению с тем, что тебя ждет. Чтобы добраться до главного улья, тебе придется выбрать между атакой наземных или воздушных сил. Времени на все не хватит. Не волнуйтесь, генерал. С зергами я справлюсь. А вы давайте-ка отправляйтесь на корабль и лечитесь. Это приказ. В принципе, я бы выбрал на самом деле, наверное, наземные войска, потому что с ними у меня, как правило... Ну, хотя нет, честно, пока не знаю. Давайте пока посмотрим, что у нас где чего есть. Ну, если что, выберем нужную нам, короче говоря. Плюс посмотрим новости. Новости здесь тоже прикольно сделали.
Так, арсенал. У нас 55 штучек. В принципе, все куплено, все, что надо. У нас все куплено. По разработкам у нас тоже все классно. Ничего из того, что сам я построил, почти я не строю. Но окей. В эфире Кейт Локвилл на канале UNN. Ошеломляющая новость. Зерги отходят на Чар. Пока что они не собираются покидать завоеванные миры, но большая часть пришельцев уже направилась к огненной планете. Что это может значить, Кейт? Пока неизвестно, Донни. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Зато мне известно. Ничего хорошего. Мне тоже известно. Это значит, что нас ждет жопа. Такая большая, огромная жопа. Вот. Ладно, посмотрим. Благодаря вам мы смогли расчистить посадочную площадку. Генерал Ворфилд считает, что прямая атака на главный улей в данных условиях станет чистой воды самоубийством. Чтобы повысить шансы на победу, мы должны подорвать воздушную или наземную оборону зергов. Знаешь, я тут подумал... О да, это будет пострашнее зергов. Нам нужно разобраться с червями перед тем, как лезть в главный улей. Постоянно прущие из-под земли зерги могут нанести вред нашему здоровью и благополучию. Если заложить взрывчатку в нужных местах, то можно затопить их тоннели лавой. Что скажете, генерал? Опасно, но может сработать. Меня гораздо больше беспокоят летающие зерги. Даже если нам удастся продвинуться вперед, они задавят всю поддержку с воздуха, и наша атака захлебнется. Есть предложение? По данным разведки, основная часть гнезд летающих зергов расположена на платформе на низкой орбите. Разнесем платформу, воздух будет наш. Тогда почему бы не вдарить по ней ядерной боеголовкой? Гнезда находятся глубоко в платформе. Бомбардировка их не затронет. Нужно будет высадиться на платформе и зачистить ее шаг за шагом. Выбор за тобой, Рейнор. Итак, затопить тоннели, либо атаковать платформу. Металлистские хозяева стаи. Внезапно появляется из-под земли и выпускает большое количество зергов. Ну, смотрите, я буду проходить и ту сторону, а вот кого я выберу, вы узнаете по итогу этих двух серий. И я обожаю вот эту хрень. Похоже, у меня вылетел интернет. Сейчас, секундочку. Итак, интернет вроде восстановлен. Надеюсь, что теперь никаких проблем с этим не будет. Есть два варианта, да, то есть это затопить тоннель, атаковать платформу. Какой из них я выберу в следующий раз, вы узнаете, соответственно, сами. Скажу одно, я никогда не проходил атаковать платформу вот эту. То есть я всегда с нидусами боролся, потому что нидусы для меня, ну, это прям проблема. Поэтому давайте попробуем атаковать вначале платформу, а потом посмотрим, что там с тоннелями. Если черви нидуса полезут из-под земли, мы с ними справимся. Но без поддержки с воздуха нам крышка. Нужно зачистить платформу. То есть мы спустились сюда только за тем, чтобы тут же улететь обратно? Хотел бы я полететь с вами. Раздави их, Рейнор. Гнезда летающих зергов расположены на этой старой орбитальной платформе. По сути, она состоит из нескольких небольших платформ, вращающихся вокруг астероида по устойчивой орбите. Гнезда расположены слишком глубоко. Бомбардировка их не уничтожит. Но и полная зачистка обойдется нам слишком дорого. Что держит платформу на орбите? У нее есть система искусственной гравитации? Так точно. Судя по термическим снимкам, платформы излучают тепло. Температура внутри платформы контролируется с помощью башен системы охлаждения. Они все еще функционируют, несмотря на присутствие зергов. Прекрасно. Вот вам и решение, генерал. Нужно уничтожить башни во всех частях платформы.
Реакторы перегреются, и нам даже не придется марать озергов руки. Отличный план! Ты упустил свой шанс, Рейнер. Из тебя мог бы выйти непревзойденный офицер. Думаю, что я как раз на своем месте, генерал. Ладно, пора. К оружию на платформу. Керриган не даст нам второго шанса. Это да. Это да. Итак, давайте начинать. Есть работенка. Выкладывай. Сэр, я сканирую платформы, чтобы выяснить местонахождение башен. Есть. Я отмечу расположение башен на карте. Угу. Ну, это, видимо, как до базы сойдут. Мать их. Джимми. Тут все кишит зергами. Когда взорвем башни, платформы превратятся в пыль. И всему живому на них придет конец. Кого подлатать? А ты как хотел, чтобы они не кишили зергами? Что стряслось? Уже гнездо. Пристройка. Резерв готов. Так. У нас периодически будут чувствую нападать. Поэтому. Еду. Это вот так. Я думаю воздухом и думаю, что с центральной стороны. На самом-таки деле, скорее всего. Ладно, посмотрим, что у нас будет. Режим готов. Давайте мы с вами построим два викинга хотя бы и немножко. Недостаточно минералов. Пехоты. Режим готов. Пехот нам точно нужна. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Вызывали? Так, ждем первую, короче, атаку зергов, они копятся потихонечку. И после того, как они накопятся, мы, наверное, выходим. Тем более, что я успею, скорее всего, купить нечто вот такое. Что мне, в принципе. О, опять потеряно соединение с Близзардами. Даешь разбой. Что у вас, Близзарды? Водишь ты. Еду. Кому навешать? Так, маринад там выходит пока что. Все хорошо. Ладно, разберемся мы с этими. Недостаточно минералов. Интернетами. И с их потерями соединения. Что-нибудь я решу. Недостаточно минералов. Так. Пути. Есть работенка. Недостаточно. Даже подфризнуло все от такого быстрого закрытия. База атакована. Оп. Не зря поставил. На связи. Ой, не кого зря. Подлатать? Так. Прочь дороги! Вот так, это еще раз впилим. Води. Недостаточно минералов. Улучшение завершено. Недостаточно минералов. Что ж, давайте захватим первую вот эту базу сначала. Ну? СМ готов. Это будет наша типа эскадрилья дополнительная база, насколько я понимаю. Ладно. Вот, и чтобы все прошло хорошо. Кому навешать? Готов. И у нас убили всех наших мариков. Это пойдет. ТСМ готов. Ставим их интеллектом. Нет, назад. Кому навешать? Приказы будут? Ребята, назад. ТСМ готов. Зачем вам убиваться об это все говно? Ну? Так, надо быстренько освобождать здесь базу. Для наших челдобреков. Так, вот здесь строим раз. Вот здесь это на отдельный день. На шестерочку. Это на пятерочку. С пятерочки быстренько высаживаем. Энергии. Что мы здесь можем сделать? Усилить урон. И производить кучу маринасов. Все, ребята, справились. Что отходим такое обратно на базу. Сейчас мы будем потихоньку обустраивать ее. Так, для более эффектного выкладывай появления нам потребуется еще один. А? Да, давай, вот так вот сделаем. Точнее. Чтобы они ускоренно собирали. Каждый следующий будет собирать, посылайте, короче, быстрее. Подлогу. Есть, сэр.
Отлично. Пару ребят потеряю, но что поделать. Без потерь не бывает. Думаю, потихонечку клепать и тех, и других, ну, вот так понемножку, да, то есть, и в итоге выруливать на общем количестве. Так. У вас, ребята, надо купить. На связи. Теперь все будет шикарненько. Так, мне еще потребуется, наверное, Вот здесь вот корякать бункеры. Пристройка завершена. Но вы мне поможете ему. Курс пролог. ГСМ готов. Неужто? Так. Шикарненько. На второй добавляем и клепаем. Доктора вызывали? ГСМ готов. Эскадрилья со мной. Что такое? Пока все нормальненько. Здесь, ГСМ я готов. Думаю, надо будет построить Джексона. Ну, перед тем, как его строить, впрочем, ладно, пусть будет. Лот вызывали? Пусть будет, лишним он не будет в любом случае. Вызывали? Да, командир. Чисто, правда, вопрос, с какой стороны они пойдут. Давайте мы двоих ребят сюда поставим. База атакована. Ставим бункер. Неужто? Высылайте подмогу! Вот шикозненько, не зря я здесь. На связи. Все это пытался делать? Командир, не приближайтесь ко входам в шахты. Сенсоры показывают в них большое скопление муталисков. Будет сделано. Ко входам в шахты, значит, не приближаться. Хорошо. База атакована. Наши КСМ атакованы. Оп-оп-оп-оп-оп. Возвращаемся. Будет сделано. База атакована. Как угодно. Так, поднимаемся, ребята, уводим. Да, командир. За дело. Неужто? А? Ура! Шикозненько. Возвращаемся, как было. На связи. Возвращаемся, как было. Вызывали? Идем обратно. Ну? Что такое? Так, командир? Неужто? Куда лететь? Так, командир? На связи? Быстренько разбираемся со всеми. Ну? Оп. Реактор перегревается. Уходим. Сэр, уходите оттуда. Уходим, уходим. На связи. Так. Как только уйдем, будет хорошо. Кабумчик такой будет. Неужто? Да, командор. Так, я тем временем хочу отстроить здесь ЦЦшку. Улучшение завершено. Она сейчас взорвется. Готово. Уходим. Ага. Кому навешать? Самое приятное, что я могу спокойнейшим образом. Что происходит? Достраивать. Эй! Здесь ЦЦ. На связи. Здесь просто ходить в газ собирать. Есть. И минералов в том числе. Не торопись. Наши КСМ атакованы. Нет, такой не вы. Неужто? Что? Вызывали? Так, месторождение минералов выбрано. Кому навешать? Согласно показаниям датчиков, эта платформа защищена от атаки с воздуха. За дело. Понял. Так. И парочку. Брось дороги! Бункеров. Водишь ты.
Здесь нельзя строить. Я думаю, это будет хорошая защита. Эта платформа защищена от атаки наземных войск. Ну такое. Ну не с воздуха, да? Хорошо, ну я понял. Ну короче, надо подбирать. Для той викингов, для этой, соответственно, наземные войска. Недостаточно энергии. Чего им по-буренькому? Ребята, в принципе, справятся. Я думаю, что есть смысл отсылать отсюда. Здесь, в принципе, досылаем маринад. Недостаточно минералов. Даешь раз. На связи. И потихонечку продолжаем заходить. Вызывали? 250, есть еще вот такие моряки. Замечательно. В принципе, почему-то вот это вот все не взяли, но сейчас возьмем. Брось дороги! Все, шикос. Что такое? Так, ну? Вот это от наземных. Вот это от воздушных, да? Угу. Хорошо. Так, командир. Эскадрилья. Требуются дополнительные хранилища. Пока что нет, просто попробуем сделать вот так. Как больно с вашей стороны вы со мной поступаете, друзья мои. База атакована. Ха, лол. Такой красавчик. Требуется дополнительное хранилище. Здесь, в принципе, тоже справляется. Недостаточно энергии. Так, ладно, доп. Хранилище, говорите, да? Здесь нельзя строить. Так, ну? Хорошо, зачистили. Это от воздушных войск, да? Значит, сюда пойдем чисто наземными войсками. И пока ставим вот здесь вот наши воздушные. Уже в пути. Кому наверх? Слышим мы. Война на пороге. Думаю, как-нибудь вот так. Приказы и разделим пребывание войск. На тебя. Вот это все. Даешь разбой. Отлично. Ложись! Это все опять же вот сюда. Ладно. А вы двое вот сюда. Прохлаждаться. Замечательно. Что мы можем здесь еще подсобирать? Давайте кучу у вас. Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Так вот. Месторождение минералов, в принципе, выработано. Окей. И сейчас будем собирать все это дело. Недостаточно энергии. А! Чего пугаешь? Эй! В принципе, все окей. В принципе, меня все устраивает. Ладно. Первый отряд, это отряд третий. Вооружен и опасен. Сейчас посмотрим. Отлично! Точняк! Почему бы и не? Эсэр! Жду не дождусь! Так. Нанесем. Все, атака отбита. На пороге. Так, первый отряд. Я уже заждался. Даешь разбой. Ребята, давайте вы будете вот сюда бегать. Просто интересно, куда они, или они просто... А, они просто. Слушаю. Уже в пути. Вооружен и опасен. В принципе, подождем немножечко. Смерть на пороге. Кто на новенького? Мастера осады мне без толку сейчас. Так сделаем. И, наверное, вот так. Да, командир. Приказы будут. Так, это вот тоже все сюда добавляем. И потихонечку выходим наверх. Выполняю.
Понял. Выходим наверх. Смерть на пороге. Смотрим, что у нас там получится по этому поводу. Меня все устраивает. Чего тебе? Конечно! Все пока хорошо. Еще бы! Антивоздушные, антиназонные. В принципе, по идее, этого отряда должно хватить. Дополнительные хранилища. Даешь нас бой. Почему-то просто бедная рассыпается. Жду не дождусь! Задавим их интеллект! Спешка! Вооружен и опасен! Так. База. Где основная проблема? Уходите оттуда. Точняк! Высылайте подмогу! Бежим, 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 бежим. Окей. Что за спешка? Как скажешь? Понятно! Ух ты ж, как все плохо-то. Жду не дождусь! Месторождение минералов выработано. Кажется, все. Вы только посмотрите на эту тварь. Внимание! Обнаружен неустановленный тип зерга, крупнейший из всех известных экземпляров. Черт! Только этого нам не хватало. Нужно прикончить это чудовище. Мать моя женщина. Кому перерезать глотку? Улучшение завершено. Ну, почему он к нам бежит? Я просто сейчас единственное пытаюсь сохранить как можно больше юнитов. Потому что все же накосячил. Так, что ладно. Кому навешать? Выработано. Потом наемников мне таки понадобится. Еду. А? Есть. Вооружен и опасен. Есть работенка. Так, вы мне построите, пожалуйста. Месторождение минералов выработано. Вот так. Месторождение минералов выработано. Кого подлатать? Кто на новенького? Есть, сэр. Стройте. Ну? Сейчас будем Левиафана выносить, чё кого. Месторождение минералов выработано. Прочь дороги! Месторождение минералов выработано. Все. Шикос. За дело! Здесь и против наземных, и против воздушных, я понял. Так, быстренько вот этих ребят сюда. Мы теряем. Задавим их интеллектом. Давай, удиви меня. Кому навешать?
Так, быстренько здесь медиков. А здесь быстро. Требуются митингов. Дополнительные хранилища. И давайте, не знаю, раз, два, есть. Три, четыре, пять, шесть, строить. Семь, восемь. Еду. Доктора вызывали? Улучшение завершено. В принципе, этого всего должно хватить. Так, ребята здесь меня вроде даже починили. Замечательно. Я думаю, что мы вот отсюда с вами перелетим вот сюда. Неподходящее место для посадки. Также возьмем вот этих двух ребят и поставим здесь с вами защиту. Да, да. Поди ж ты. Потому что не очень-то уверен. Наши КСМ атакованы. Ох, ё. Неужто? База атакована. База атакована. Да, командир? Ну? Нет. Даешь разбой. Нет, друзья, нет. Ну? Так. Думаю, вот так будет нормально. Что происходит? Газа мне, в принципе, для всего хватит. И мне нужно две инженерки где-то впилить. Где-то есть две инженерки, сейчас мы их будем с вами впилить. Месторождение минералов выработано. Здесь, например, вот здесь. И не зря я тебя построил. Кого подлатать? Так, мне понравится еще одна хренотень. Так, давайте вы мне поможете. Да, да. Есть? Эй, пристройка завершена. Так. Да нет, здесь мне нужно только вот это и парочку таких. Стоп, зачем мне здесь наземки, если мне нужна воздушка? На где-то девяточку оставим. Не будем сейчас прокачивать воздух. Даешь разбой. Так, это проблема. Пристройка завершена. Война на пороге. Короче, ставим здесь двоих стражей галактики. Недостаточно. Даешь разбой. Что происходит? КСМ готов. Так, хорошо. В принципе, здесь, я думаю, можно их переместить вот сюда вот, чтобы они не сильно далеко ходили. Можно одного вот сюда поставить. И одного вот сюда поставить. О. Даешь разбой. Ну, ладно. Так. А? Улучшение завершено. Еду. Так, и я думаю, вот так и вот так. Подишь ты. Будет сделано. На связи. Скорее в атаку. База атакована. Турбины на полную. Неужто? Приказ понял.
Так. Впереди великие открытия. Мне это не очень нравится. Улучшение. Я не продержусь в одиночку. Улучшение завершено. Бой или домой. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Как-то так. Война? Неужто? Да, командир? Стало поменьше, конечно, что поделать. Готов к трансформации. Скорее в атаку. Пока ребят чинят. Я думаю, что надо бы опять усилить еще. И, допустим, сделать на четверочку. Кого подлата? Здравствуйте, командир. Ладно. Приступаю. Бой или домой? Есть работенка. Недостаточно энергии. Так. Водишь ты. Быстренько сейчас просто запострою еще одну. За дело. Есть. Да, да. Понял. Мотор ревет. Все вас. Впереди великие открытия. Всех вас выделяем. Всех вас выделяем. Никто не вечен. У вас. Отбой, ну, допустим, места вот мало. Все, полетели быстренько на. Уже в пути. Отбой, воздух. Места мало. Вперед. Ладно. Есть. Впереди великие открытия. Высылайте мешки для трупов. Кому навешать? Круто! На помощь! На помощь! Ладно. Месторождение минералов выработано. Так. Меня пока улучшение завершено. Да, Кама. Улучшение завершено. Пока все хилится, пока все круто. Есть. Я не продержусь в одиночку. Есть, сэр. Не торопись. Уходите оттуда как можно скорее. Это не проблема. Курс проложен. Просто сматываем. На помощь! На помощь! Вот. Так, не зря впилил все это. Месторождение минералов. Ну, как я уже сказал, последняя защищена ото всего. То есть, и от воздуха, и... Так. Сейчас. Еще немного. Баба! Четко сработано, Рейнер. Четенько, я бы сказал. Ладно. А, здесь я же перенес все. Круто. Теперь я могу клепать... Ребят. Синтезиат не поклепаем. Доделаем последнее улучшение.
принципе, я не дам отсюда особо куда-то выйти. Курс проложен. Поэтому все должно быть хорошо. Время действовать. Так, кто-нибудь у нас там шустрый есть? Давай. Скорее побежишься просто. Непременно. Принято. Вперед, к победе! Требуются дополнительные хранилища. Смело! Что такое? Так, ну в принципе дожидаемся, пока вот здесь вот войска прибудут, и я думаю, что на этом не хватит все. Месторождение минералов выработано. Кого подлатать? Требуются дополнительные Ладно. Хранилища. Поехали в атаку. 200 лимита убьет что угодно. Месторождение минералов выработано. Жду не дождусь! Так, быстренько довольно зачищаем местность, как видите. По большому счету я всем доволен. Никаких особых проблем мы с этим не испытываем, ребятами. Кажется, все. Как-то так. Все круто. Я победил. Это радует. Выполните задание Силы Небес на уровне сложности ветеран менее чем за 25 минут. Я его выполнял 40 минут. Собака. Ладно, всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, я. Всем удачи. Пока-пока. Надеюсь, вам серия понравилась.